Ничто не способно ответить нашим потребностям на 100%, нашим пожеланиям, нашим ожиданиям. Вот. Ни работа не способна нас на 100% сделать счастливыми, ни личная жизнь как таковая не может сделать нас счастливыми на 100%, ни какие-то наши увлечения, хобби не способны сделать нас на 100% счастливыми, если только они у нас останутся. В этом смысле нам надо быть готовыми к этому винегрету, к жизни, в которой есть и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Вот, и воспитание детей, и романтические отношения, и собственное самообразование постоянно дополнительное, и карьерные достижения, и обучение новым навыкам, и какие-то хобби, развлечения. То есть мы должны быть готовы к этому винегрету всего, потому что в каждой из этой штук можно реализовать какую-то свою потребность. И идеально получается, когда вы весь спектр своих потребностей правильно раскладываете на разные виды своей активности.